Испокон веков русский человек селился в лесистых местах по берегам рек и озер. Лесные чащи бережно укрывали жителей, давали приют, кров и пищу. Из дерева русский крестьянин рубил себе избу, возводил города и села, обносил крепости мощными стенами и башнями. Строил церкви, мастерил почти все, что было ему нужно в быту, от сохи до ложки. Дерево всегда имело очень большое значение в русской архитектуре, в русском градостроительстве. Существенно больше, чем оно имело в Западной Европе. Ну, это по целому ряду причин. Скажем, у нас в Центральной России мало залежей хорошего строительного камня. Мы знаем всего лишь несколько крупных карьеров белого камня, который годился бы на строительство. Это Мечковские карьеры к югу от Москвы. Или, скажем, белый камень, который использовался в нашей местности, это карьеры близ Тверского города Старицы. А так, поверхность, так сказать, геологическую вот наших мест составляют осадочные ледниковые породы, глина, валуны, гранит, которые трудно использовать. Для строительства жилья дерево, несомненно, при нашем суровом климате, для жилья, для сооружения жилья оно предпочтительнее, потому что деревянные, естественно, постройки для проживания, они более теплые, они лучше, так сказать, предохраняют человека от сильного мороза, их легче отопить. И материала этого было много, лесов много, и поэтому вот эти вот все постройки сооружались из дерева. Каменное строительство требовало больших средств и усилий, и на Руси не всегда это было возможно. Войны, междоусобицы, нашествия и нападения врагов делали свое дело. Поэтому чаще всего использовали дерево. Дерево, конечно, материал не столь долговечный. Постройка могла прожить там век, полтора-два века, а чаще всего она, особенно жилье, горела либо во время военных пожаров, либо просто пожаров, которые возникали вследствие каких-то бытовых причин, скажем, от неисправности печей или от удара молнии. И русские города очень часто выгорали. Раз там в 10 лет город, любой русский город выгорал подчас или в значительной своей части, а иногда и, в общем-то, и полностью. Известия о таких пожарах есть и по Угличу. Вследствие этого, наверное, древних построек деревянная архитектура почти не сохранилась. Они у нас насчитываются единицами. Некоторые из них, неоднократно, конечно, подвергавшиеся реставрации, сохранились в известных заповедниках деревянного зодчества. Это в Кижах, там есть и даже постройки 14-го столетия, церковь Мурома, Лазаря Муромского. Вот. И главным образом это в основном постройки 17-го столетия, как, скажем, церковь Иоанна Богословия на Ишне у нас, рядом с Ростовом Великим, или памятники 18-19 веков. Вот. Русские города, в настоящее время в русских городах в основном преобладает деревянная архитектура 19-го, начала 20-го столетий. Но Угличу в этом плане повезло. В городе все же сохранилось несколько памятников деревянной архитектуры, которые были построены еще на средневековых улицах. До конца XVIII века Углич оставался типично древнерусским городом со свободной живописной планировкой и деревянной застройкой. Кардинальные перемены произошли в 1784 году, когда был утвержден генеральный план Углича. Территория города получила форму пятигранника, образовались симметричные группы прямоугольных кварталов, паутинка узких извилистых улиц сменилась практически без учета природного рельефа и старой жилой застройки. И вот в этот период в основном и ушла из города вся деревянная жилая архитектура, потому что часть домов могла быть перенесена на новые красные линии, а чаще всего, в частности, после перепланировки случилось два грандиозных пожара, которые выжгли почти весь город. На красных линиях улиц уже в основном старались ставить дома каменные. В Угличе сохранилось несколько древних домов образцов посадского жилья первой половины XVIII века. Старейшая деревянная постройка Углича и один из старейших образцов деревянного посадского жилья, дом Меховых Ворониных, построенный, вероятно, в первой половине 18-го столетия, задолго до перепланировки Углича. Об этом отчасти говорит форма
деревянных сандриков, наличников над окнами второго этажа. Дом построен из мощных бревен толщиной 30-35 сантиметров диаметр этих бревен. Торцы их заделаны топором, а не отпилены пилой, что способствовало их более длительному сохранению, поскольку из них не вытекала смола. Дом практически двухэтажный, вернее, он одноэтажный, но на высоком подклете. Разделен функционально сенями и первый, и второй этаж на две части. На юг, на ручей, выходили жилые помещения. Здесь, вот в дворовой территории, в частности, внизу, там, где небольшая дверка-окошко на торцевой стене, была лавка. Он имел очень удобное устройство. Вверх и низ соединяла внутренняя лестница, потому что наружные лестницы могли быть только на крыльцах, а внутри, в нашем холодном климате, предпочитали лестницу устраивать внутри, чтобы они были теплыми, чтобы можно было, не одеваясь, не испытывая, так сказать, воздействия холода, переходить сверху вниз. Основная парадная комната, она на втором этаже, выходящая окнами на юг, на ручей. Там и вверху, и внизу размещаются большие русские печи. Зеркало одной из печей было когда-то выложено сюжетными изразцами 18 столетия. Врубленные, имеется встроенная мебель, как сейчас это делают иногда, в частности, врубленные в стены лавки, полки, на которых размещалась посуда. На лавках можно было сидеть и заниматься рукоделием или просто отдыхать. В общем, дом очень удобен и функционален. Когда-то здесь было целое подворье. Вот здесь, вот на этой территории, был сарай с галереей, с навесом. Тоже для его функционирования было удобно, потому что под галереей можно было что-то разместить, не опасаясь, что это промокнет под дождем. Вот, был хороший большой забор. Сюда были в свое время перенесены ворота начала 19 столетия, такого классического рисунка, вот с улицы Островского. Но сейчас, к сожалению, это не сохранилось. Дом подвергался реставрации, хорошей научной реставрации в 1977-78 годах. Но сейчас, конечно, несомненно, он вновь требует такой реставрации. Несомненно, что его надо огородить. Вот, ну и показывать именно как экспонат, наверное, без внутреннего посещения, потому что, конечно же, его основные несущие конструкции уже находятся в достаточно ветхом состоянии. Вот именно как образец городского жилья 18 столетия. На улице Гражданской, в глубине сада, вдали от дороги, расположен двухэтажный дом Казимировых. Мы на месте старинной Васильевской площади. В Средневековье называлось Васильевский крестец, поскольку здесь пересекались две улицы, Васильевская и Васильевский крестец. И здесь сохранился даже целый комплекс деревянной застройки, относящийся, вероятно, к середине 18 столетия. Это дом почти так же хрестоматийно известный, как и дом Воронных, дом Казимировых. Дом того же типа, на высоком подклете, состоящий из двух основных половин. Жильем на верхнем этаже с функциональными помещениями на первом этаже. Когда-то в нем была великолепная изразцовая печь, она была в 1960-е годы отправлена в Русский музей. Он имел такую же высокую силуэтную кровлю, как дом Меховых Воронных, но она во время застройки, во время одного из ремонтов была переделана в такую более пологую. И здесь два дома, на которые вроде бы никогда не обращают внимания исследователи деревянной архитектуры. Но они тоже, в общем-то, достаточно древние. Они явно построены еще до 1780-х годов. Это вот этот вот небольшой дом, обшитый, выкрашенный в зеленый цвет вагонкой. Когда-то он тоже имел очень крутую тесовую кровлю. Сруб, очень выразительный сруб из таких достаточно массивных бревен. Рядом с ним сохранился старый сарайчик. И еще один дом, который явно не вписывается в красную линию площади, образованной в результате реализации регулярного плана. Это вот этот очень ветхий, конечно, очень старый деревянный дом. По конструкции общей похожий на дом Казимировых и дом Меховых Ворониных, но стоящий на более низком подклете. Он тоже явно построен где-то в середине 18 столетия, может быть, чуть позднее, накануне перепланировки, потому что он не попадает в красную линию новой площади. Он тоже является одним из самых
старых деревянных домов Углича. Прекрасны четкие ясные формы сруба, его несколько суровая мужественная монументальность. Эти памятники отличаются естественной природной красотой, простым ритмом могучих венцов. Эти древние дома очень скупы в декоре. Они не имеют такой обильной резьбы, пропиловочных украшений, которые появились позднее. Вся выразительность здесь достигается в основном за счет мощной, могучей пластики срубов, за счет скульптурности этих срубов, высоких силуэтных кровель, сочно выходящих за углы выносов бревен. Просто вот самой мощью и статью этих древних построек. Деревянная архитектура, она говорит лишь тому, кто хочет и умеет ее слушать, в ком живет чувство прекрасного, кто знает и любит культуру родного народа и по праву гордится ее прошлым и настоящим. Памятники зодчества называют каменными страницами истории. С полным правом мы можем добавить и деревянными.